Ты должен мне 75 тысяч баксов. Перезвоню через 5 минут. 4 минуты! Но он падает! Знаешь что, положишь мне их в сумку, у меня все эти деньги в карманы не влезут. Второй заезд 50 на 5 и 7. Считай, ты умеешь. Только не это. Нет! Ты беда! Я вообще не к вам. У меня пилатес, потом гольф. Может, сначала это обсудим? Давай сосредоточимся друг на друге и повеселимся. Это детский лосьон? Да. А почему не крем от загара? Потому что не будет загара. Не думала, что Джереми такой ординарный. Знаю, я сама в шоке. Тинг, на тебя полагается. Последние смотри. Секунды, трехочковый бросок, и он попал! Я взял тебя на удачу! Одна ставка! А ну, убирайся! Думаешь, он убежит со мной? Ты с ума сошла? Все получится, нужно сменить город. Иначе я просто свихнусь. Это легкие деньги. Я тебе все объясню. Работать на игрока – это полная тупость. Шутишь? Я сейчас здесь сижу. Правда? Я не понял. У нас проблема. Звонил мой надзиратель, и я вас сдам. Ты понимаешь, что после ареста я уж точно не стану журналистом? Мы поможем. У тебя уже есть судимость. Если что-то пойдет не так, тебя посадят. В этом районе парни ему ноги отпилят за 900. Игроки, блин. Когда деньги в игре, нельзя решать, какие ставки важны, а какие нет. Чёрт! Позвонить твоей родне или сразу разбить твою морду о стену! Тихо, тихо, тихо.